Так, ну вот ремонт блока от пылесоса. Клапан регулятор на этой НВД не работал. Ай, блин, горячий. Сейчас гудит, все работает. Вот, ну тут были кое-что я тут поменял. На диагностику блок выходит. Вот связь с блоком. Так, могу включить идентификаторы. Сейчас увидим. Так, вот дулево 104 киловатта. Блок EDC-7. Ну, как бы это все он отдает. Но проблема была по трем датчикам. Ну, точнее, по двум. Датчик давления в рейле, вот сейчас он у меня подключен. Вот имитация 2,3 вольта. Сейчас в следующем видео покажу. И ошибка регулятора давления МРОП. Это давление топлива на ТНВД. Коричневый, черный, это значит ошибки неактивные. Вот он сейчас гудит. Вот он гудит. Сейчас следующее видео будет.